Этот проект важный для Шымкента. За счет прямых поставок и торговли без посредников горожане смогут закупать товары по ценам ниже рыночных. Торгово-логистический центр обеспечивает жителей третьего мегаполиса страны необходимыми запасами еды и лекарствами. Площадь комплекса более 65 гектаров. Пока что он задействован всего лишь наполовину. На территории центра реализовано три проекта. То «Континенталь Логистик Шымкент» на 15 800 000 000 тенге частных инвестиций. То «Казахстан Логистик Групп» 5 900 000 000 тенге. И то «НПО Зерде» около 3 000 000 000 тенге. Всего около 150 рабочих мест. Есть склады класса А и Б с овощехранилищами, контейнерной площадкой, сортировочно-упаковочным комплексом. Сенаторы отмечают амбициозность проекта. Для крупных оптовиков предусмотрены склад с разными температурными режимами, железнодорожный тупик, контейнерная площадка и погрузочно-разгрузочная техника. Все это на пути к северо-западу Китая и Европы. Это очень удобно. Также внизу находится аэропорт, который обеспечивается сетью железных дорог. Поэтому мы считаем, что это очень важно для города как в экономическом, так и в социальном плане. Поэтому мы обсудили вопрос о продолжении работы с СПК «Шымкент» и администрацией города. Акимат полностью поддерживает наше предложение. Можно сказать, что уже проделана положительная работа. Транспортно-логистический центр открылся в Шымкенте в 2015 году. Сегодня здесь реализуется 6 инвестиционных проектов на общую сумму около 30 миллиардов тенге. Куркема Сибалиева, Амантай Юлибеков, Нургильда Садвакасов, информационная служба телекомпании ОТРА.